26-летняя певица обрадовала поклонников. Зара Зарифом Гаян представила нежный, одновременно провокационный летний образ. Звезда стала героиней забавного видео. Зара показала на вешалке белоснежное полупрозрачное платье из гипюра. В компанию к образу она подобрала чудесную соломенную шляпку с широкими полями и черной атласной лентой, а также золотые серьги с жемчугом. Уже через мгновение звезда показала, как этот романтический летний образ смотрится на ней. Пикантности наряду придали смелая область декольте платья и откровенный вырез на бедре. Зара эффектно позировала перед камерой и вызвала восхищение поклонников. «Зара нравится очень платье, шикарная розочка, вау! Красотка! Что за платье бомбическое? Образ красивой задорной девчонки, супер! Все, что выставляете, красиво, достойно, нежное, кокетливое, прекрасное, а самое главное, скромное. Всегда на вас смотреть приятно, шикарные ножки, летний образ. И как советует Александр Васильев, обязательно чехольчик под гипюр». Выдержанно, отметили фолловеры исполнительницы. Певица обнародовала и семейные кадры. Вместе с детьми она собирала малину в лесу недалеко от дома. Пока звездная мама добросовестно наполняла корзинку, мальчишки с удовольствием поглощали ягоды прямо с кустов. Артистка с удовольствием вернулась к работе, она выступила в Музее Победы в Москве. Зара выглядела блестяще в облегающем красном платье в пол. Певица призналась, что мечтала выйти замуж один раз и навсегда. Однако ее планам не суждено было сбыться. Зара составила неожиданный дуэт с одним из самых известных французских артистов, Жераром Депардье. Она приняла участие в забавном челлендже, устроенном Алсу.